Сегодня, 6 июля, глава администрации Заур Хамирзов провел еженедельное расширенное планерное совещание с участием заместителей, начальников отделов и управлений администрации района. В ходе планерки подведены итоги прошлой недели, намечен план работы на ближайшие дни. Начальник отдела по делам ГО и ЧС Николай Зверев ознакомил участников совещания с эпидемиологической ситуацией и антиковидными мерами, принимаемыми на территории района. Сегодняшнее утро больных коронавирусом в районе насчитывается 30 человек. Значит, на утро 28 числа июня месяца таких лиц было 13 человек. То есть у нас произошло вот такое вот увеличение. Ежедневное увеличение количества заболевших от 3 до 4 человек. Из 30 человек, которые заражены коронавирусной инфекцией, 23 человека находятся на амбулаторном лечении, 7 человек находятся на стационарном лечении. По традиции о ходе прививочной кампании доложил заместитель главы района, управляющий делами администрации Рустам Хасанов. По доведенным планам прошли вакцинацию 3479 человек, что составляет 25,7% от плана. Количество вакцины достаточно, остатки на сегодняшнее утро 453 дозы. В связи с ростом заболеваемости коронавирусом Заур Хамирзов, обращаясь к присутствующим, потребовал ужесточить профилактические меры, в особенности это касается ужесточения контроля за соблюдением мер во время свадебных торжеств и похоронных обрядов. Далее об успехах уборочной кампании доложил начальник управления сельского хозяйства Заур Самогов. В районе уборка ячменя практически завершена. Из 1987 гектаров убрано 1868 гектаров, что составляет 94%. В районе осталось где-то около 100 гектаров, это мелкие фермеры. В основном, я думаю, при хороших погодных условиях за один день все завершили. Средняя урожайность ячменя составила 56 центнеров, валовый сбор составил 10463 тонны. Если сравнивать по прошлому году, то в этом году урожайность ячменя выше на 7-8 центнеров. Также приступили к уборке озимой пшеницы и рапса. На сегодняшний день уборка озимой пшеницы составляет убрано 250 гектаров при плане 14641 гектар. Валовый сбор составил 1375 тонн. Средняя урожайность на сегодняшний день озимой пшеницы составляет 55 центнеров. Рапс убран на площади 180 гектаров при плане 802 гектара. Средняя урожайность составляет 20 центнеров. Валовый сбор составил 360 тонн. Также к уборке подлежит яровой ячмень, площадь которого составляет 380 гектаров, и яровой овес, площадь которого составляет 500 гектаров. На сегодняшний день в районе, значит, при потребности максимально было задействовано до 60 единиц техники уборочной, из 94 единиц готовых к уборке. В районе на сегодняшний день 94 единиц и 14 единиц привлеченной техники. При необходимости для своевременное завершение уборки работ будет еще привлекаться со стороны уборочной техники. Я думаю, что при таком количестве техники, это более 100 единиц техники, значит, 110 единиц техники, при хороших погодных условиях в течение 10 дней мы полностью завершим уборку урожая зимы. В рамках совещания были рассмотрены и другие немаловажные вопросы. Заместители главы района отчитались о проделанной работе и доложили о планах на ближайший период.